короче, памятник такой. Баба с молоком стоит, с хлебом. Хлеб, а там вода. Это вода от дождя накапывалась. Такое вот. Ну, увеличиваете. А, да. Туда перейдем, на ту сторону? А, левая тут, да? Локата, локата. Такие люди, это переход, видите, на той стороне. Есть вот эти вот люди, как будто земли вылазят. И на этой стороне такое же. Это Вроцлав. 25-е число. До сих пор. Такие трамваи, один за одним. Идем туда, да? Дядька. Подбитым глазом. Шиной. А что это значит? Это что? Это почтальонша, по-моему. Написано Ковка. Почтальонша. Вот тут якась жінка с сумкой. Мужик он вылез. Руками оперся. И вот и без руки. Так, я бежу на ту сторону. И тут светофор уже короткий. Мой хороший, позадавай меня. Давай. Бежу. Так, вот точки тоже один. Это женщина. Мужики, это простые рабы с коляской. Вот это колесо какое-то маленькое, просто не чувствуешь. Ноги в землю грязны. Хотя с коляской. Господи, такая страшная вся. С авоськой, там молока две бутылки. Коляска закрыта, дитини нема. В таком сарафане. Это дядька. С чемоданом. Это с портфелем. Одна нога мне очень жила. Вторая земли. Вот этой с каким-то плащом и с намордником. Что это значит, я не знаю. К чему посвящен памятник, я тоже сказать затрудняюсь. Это с чемоданом. Ну, вот я вам показал, мои хорошие, мои любимые. Вон там, бай. Все. То, что это не восставшее из ада, а какое-то, как оно, вот это вот, как, знаешь, зомби какие-то, что-то повставали. Я говорю, из могил. Да. Мои, короче, на замочке висит, на коляске висит замочек, вот, бачите? Пусть привите вам, как я вот. Надо бы на сюда, как бы я знал. Я бы сюда приволок свой ряд. Все, мои, короче. Я бы сюда на сумку повесил.